Поселок Мирный городского округа Люберцы продолжает развиваться. В новом микрорайоне началось строительство детского сада и школы. Социально значимые объекты распахнут свои двери уже в следующем году. Подробности в сюжете Луизы Егиазарян. Это большая строительная площадка – место будущей школы на 900 учеников. Сейчас рабочие завершают монтаж фундаментной плиты. Со дня на день приступят к возведению самого здания. Вся работа еще впереди, но причин, по которой может быть отступление от графика, нет. Используем строительные материалы и оборудование преимущественно отечественного производства. Проблем с поставками нет. Площадка уже на сегодняшний момент обеспечена всеми необходимыми инженерными сетями для постоянной эксплуатации. То есть, по сути, нам построить здание, выполнить отделочные работы, благоустройство и укомплектовать школу необходимым технологическим оборудованием. В трехэтажной школе будет два спортивных зала – основной и дополнительный для занятий хореографией. Просторная столовая на 450 мест и актовый зал. Концепция благоустройства позволит в теплое время года проводить уроки на улице. Школа запроектирована в соответствии с действующими нормативными требованиями. Прошла государственную экспертизу, получила положительное заключение. Чуть дальше от будущей школы еще одна стройплощадка – детский сад на 360 мест. Здесь рабочие уже на этапе возведения железобетонного каркаса. В этом году запланировано подключение тепла и основных коммуникаций. В следующем – отделочные работы, установка мебели и оборудования. Мы строим жилье, а мы стремимся, чтобы социальные вопросы при строительстве тоже решались. Я оценю, что и школа, и садик – это те проекты, которые предусмотрели все то современное, что необходимо. Завершение строительства и школы, и детского сада запланировано на следующий год. Напомню, в ЖК «Томилино парк» это не первые социально значимые объекты. В прошлом году в микрорайоне открылась школа на 1100 мест, а в 2020-м распахнул свои двери детский сад «Теремок». Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.